Здорово, дружище, сегодня посмотрим, попробуй засмеяться челлендж. Нормально, как тут. Oh, my mom and my sis had to kick my own blood out. They must have forgot I was a crip. Пиздуєм по лісі. Вже, сука, 48 кілометрів пройшли, нахуй, заблудилися, людей нема, блядь, сіті нема, нам пізда. Здохнемо, зато з грибами. Нам пізда, здохнемо, зато з грибами. Вот это я. Ну не вот это, а то. Да ты дебил, блядь! Ну не так же! А ты, скорее всего, сказал что-то вроде там. Можно мне немножечко снежочку? Можно мне немножечко пирожочку, снежочку? Да! А когда рассказал, сколько зарабатывает блогер, он на следующий день стал блогером. Дорогие мои подписчики и подписчицы, это я, блогер Михайло. Подписчицы. Здорово, подписчики! Когда попросил батю купить тебе что-то попить. Он просто хотел получше рассмотреть продукцию. Он такой типа, чё там, блять, на составе написано? Оп! Мою жену зовут Лена. Дай ложку, сахар нечем повышать. Что? Чё, ты кучешь? Ложку попросил. Нет, что ты до этого сказал? Чё, ложку, да. Как ты меня назвал? Да все, это прикол, камера. Прикол, это ебать. Ну тут такой себе прикол. One, two, three, four, five, six, seven, eight, one, two. Что ты говоришь? Today, color, today. Я все рассчитал. Жаль, я хуёв в математике. А как этот фокус делается? Можно ли так вот? И внезапно. Любителям. Какава. Камское водохранилище. Камское Г. Город полный кам. Ой, такой голосенький. Подожди, вот такой лапочка. Подожди. Диджей армуз. Наверное, блядь, Вера, ты на работу устроил. Что за хуйню ты вытворяешь, блядь? Лук порей, блядь, помидорки две. Куда ты побежала, кто здесь, блядь? Скайрим вообще запретить пора, блядь. Ты же не играй, ты посмотри, что с людьми делаешь. Неплохо. Молодец. Это знаешь, я когда на ночь, вот когда ты ложишься спать, еще не устал, но спать как бы хочешь, и поэтому ты резко начинаешь тратить всю энергию просто. Кот открыл воду. Теперь к страхам при выходе из дома добавлен новый пунктик, что кот нахрен затопит всех соседей. Ой, бля, я об этом, кстати, даже не подумал. Чувак так забавно это говорит. Я не знаю, язык на этот момент, она говорит, блядь, нахуй женилась. Ой, замуж вышел. Понял. Опа. Ладно.
А я все еще пытаюсь насчет того видео. Это мужик перебегал с одного райончика, ну, с одного строя на другой, чтобы конкретно этого чувака поймать, который снимал, а другие не могли. Их нужно было двое, или это весь отряд на одного нужен был? Почему он перебегал? Или они поймали его, потому что он снял перебегающего? Типа, что они строй не сдержали, и поэтому его поймали, а типа поймали они. Трудно, слишком много вопросов. Не стоит. Нет. Это никогда не хорошая идея. Видишь ветку, не трогай Кристина, ветку, иначе молодец, ветка сама от тебя ебло. Но только Саня себе придумал ложку, ты ложки не положила ни хуя. Приходится так есть. Гениально. Кирилл вот тоже себе придумал ложку. Молодцы. Бабушка. А что, умно. У нас для тебя подарок есть. Смотри, это тебе на день рождения. Открывай. Ой! Держи, это тебе. Не! Как тебе такая? Туся, посмотри. Не, Туся какая. Посмотри, это не, тебе. Не, жизнь, на глаза забирай. Найдёшь, что ли? Так в смысле, я тебе дарю её, всё. Не, не. Я тоже подумал, а нахуй ей, ну типа, ты если хочешь животное к себе, то ты должен к нему быть готов. Может, бабушке просто есть чего поделать, кроме как еще за котами ухаживать. Или у нее аллергия на котов, или ей не нравятся коты. Или просто у нее нет возможности за ними ухаживать. Это же, ну блин, и котику плохо будет, и ей нехорошо. Кот не гангстер. Салам алейкум. Алейкум ассалям. Что это? Салам алейкум. А что это? Та игуана? А это собака? Бля, и вот нахуй, нахуй вот так вот дрифтовать, там собаку можно повредить. Как, ребята, для вас идет война? Я не... Блять, пиздец это тайминги. Чувак говорит, не может дождаться вернуться домой, чтобы маман свою увидеть. И внезапно. Эх. О, собака стала это сексуальным предатором. Если ты не помнишь про сексуального предатора, как там его зовут? Просто я забыл. Вертосексуалов. Просто забыл слово вертосексуал. Иди. Я сначала подумал, мужика головы нет. Она слилась у меня в глазах с этим фоном. А почему он так удивился тому, что ему дали возможность пройти? Так, давайте гадание проведем. Ты соскучился по этому? Ну-ка давай, какой у тебя будет день? Сегодня ты лев! Хорош! Поздравляю тебя. Пока на этом все. Всем пока. До скорого. Удачи.